Всем привет! Проблема с газовой колонкой – нет хорошего напора горячей воды. Технология поиска для всех колонок, независимо от ее марки, одинакова. Открываю на смеситель кран холодной воды – напор хороший. Открываю на смеситель кран горячей воды – напор никакой, еле капает. Вывод. Напор холодной воды нормальный. Значит, и на колонку должно подаваться нормальный напор. А раз с колонки идет слабый напор, значит, проблема в этих трубопроводах и в самой колонке. Поиск произвожу поэтапно. Первонаперво надо просто прочистить фильтры, которые имеются на смесителе и на душе, вот эти отверстия. Это сразу надо делать. А потом уже заниматься другим поиском, потому что чаще всего забивается вот здесь. Откручиваю присоединение холодной воды в колонку, вход. Подаю на колонку воду. Если в этом месте напор будет плохой, значит или смеситель забит, или трубопровод подходящей колонки холодной воды забит. Хорошая у меня. Значит, та система пропускная способность у нее хорошая. В любом типе колонки на входе холодной воды в колонку имеется фильтр. В данном случае вот это я подачу здесь открутил вот эту гаечку, и там вверху сеточка. Сеточка, по идее, должна вытаскиваться, но так как она закисла, значит, она не вытащилась у меня. Я просто-напросто булавочка туда пошивка, туда, а потом промыл хорошо. То есть фильтр я прочистил. Дальше я обратно подсоединяю эту шланг подачи холодной воды, которая идет на колонку. Непосредственно в данном случае, но и везде. Оно идет на водяной автомат. Теперь надо проверить, хорошо ли проходит вода через водяной автомат. Откручиваю гайку выхода с водяного автомата на радиатор. Включаю воду. В данном случае у меня напор был хороший в этом месте. Если напор будет плохой, то есть не увеличится, значит через водяной автомат плохо проходит вода. Проблема в каналах водяного автомата. У меня здесь напор был хороший, значит водяной автомат пропускает хорошо. Прикручиваю эту гайку на место от водяного автомата на радиатор. Откручиваю гайку вывода с радиатора вывода горячей воды. Открутил. Пошел, включил воду. Вода потекла хорошо, то есть напор здесь хороший. Это говорит о том, что радиатор тоже чистый и пропускная способность его нормальная. Потом внимательно смотрю на трубку, уходящую с этого радиатора на смеситель. И в ней прокладки две. Крючочком вытаскиваю эту прокладку и смотрю. Прокладка полностью скожучилась. То есть получилось, что колонка в какой-то момент, кто-то ее перегрел слишком, и вот эта прокладка, видимо, по температурному режиму не подходила сюда, ее поставили. Вот она скрутилась и не пропускала воду. Вытащил эти прокладочки, заменил на паралитовые. И напор стал нормальный. То есть проблема была в этих прокладках. На выходе горячей воды с радиатора. Еще такой нюанс маленький. Так как я раскручивал весь этот трубопровод, то грех не промыть его весь. Для этого я произвел такие работы. Я давлением воздуха продул со смесителя в эту шланочку. Мусора было много. Ржавая вода и кусочки такие. Таким же образом продул радиатор и всю эту систему водяную. Всем всего хорошего, удачи.